Установить палатки, бассейн, самому сделать глиняную вазу или попробовать варенье из местных ягод. Все это можно сделать, путешествуя по Приднестровью. Свои услуги на конкурсе «Лучший объект сельского туризма» представили гостевые дома, туркомпании и не только. 9 участников, 3 победителя. У кого первое место, рассказываем. Тирасполь, Минэкономразвития. Сегодня здесь поздравляют победители конкурса «Лучший объект сельского туризма». Кто лучший, определяла комиссия. Критерии – количество туристов, качество услуг, новинки и не только. Первое место у Дома музея молдавской культуры «Каса Караман». Кстати, там проводят мастер-классы, поют песни и всегда накормят. Сегодня победителю вручили приз – 5000 рублей. Их планируют потратить на палаточный городок. Там, где люди могут жить не один и не два дня, при желании можно будет взять палатки с собой, отправиться в поход и опять вернуться к нам. В перспективе, вот это у нас запланировано в этом гранте. В дальнейшем мы планируем там построить рядом бассейн. Пусть небольшой, до Днестра там у нас вроде с трех сторон Днестр, но именно от Каса Караман довольно далеко. А когда жарко, хочется водички поближе. И мы остановились на этой идее, протестировали среди наших посетителей, гостей Каса Караман. И оказалось, что эта идея нравится очень многим. Поэтому мы остановились на этом варианте. Второе место у предпринимателя Галины Харченко, третье у Фазенды Садки. Например, вот у Галины Харченко гончарная мастерская, вы можете приехать и слепить собственную вазочку, чашку или так далее. Или Фазенда Садки, вы можете там не только провести время, но и испробовать варенье из местных ягод и фруктов. Конкурс провели в 3 этапа. Сначала принимали заявки, потом выезжали на места и определили победителей. Организаторы – Минэконом и агентство по туризму. Победителям – призы от 2 до 5 тысяч рублей.